Работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних проводится на постоянной основе. Сотрудники госавтоинспекции пристально следят за тем, как дети ведут себя при пересечении проезжей части или рядом с ней. Напоминают о правилах дорожного движения, говорят о важности световозвращающих элементов. Хотела бы отметить, что самая главная, основная роль воспитания законопослушного участника дорожного движения – это родительская. Каждый родитель должен напоминать детям элементарные нормы правил дорожного движения. Собственным примером показывать правила безопасного поведения на дороге, ну и, конечно же, контролировать место нахождения своих детей. С начала текущего года с участием несовершеннолетних, к сожалению, зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Участниками профилактического мероприятия, которое было организовано в рамках республиканской акции «Будь примером своему ребенку», стали учащиеся учреждений общего среднего образования города Жабинка. Сотрудники ГАИ провели с ребятами конкурсную программу по правилам дорожного движения, а сотрудники МЧС в очередь рассказали о пожарно-техническом вооружении и пропагандировали правила безопасной жизнедеятельности. С детьми проводим профилактические беседы по правилам дорожного движения, по пожарной безопасности. Также проводится ряд викторин, конкурсов различных. Очень часто мы приглашаем сотрудников госавтоинспекции, которые проводят мероприятия не только классные, но также и приглашаем его, и проводятся мероприятия для всей начальной школы. Также принимаем активное участие в различных акциях, которые проходят у нас в районе. Больше мне понравилась викторина, подарки, ну и все, что было. Вместе будем соблюдать правила дорожного движения и никогда не будем их забывать. На акции дети смогли закрепить свои знания о правилах дорожного движения и безопасной жизнедеятельности. После викторины всем ребятам вручили фликеры, чтобы в темное время суток каждый из них был в безопасности. И еще один подарок – возможность попробовать себя в роли пожарного или сотрудника ГАИ. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.